Всем привет! Алекс на связи, и сейчас я всем расскажу, как можно со мной поговорить. Да, друзья, действительно, такая возможность имеется. Все, что вам нужно для этого, скачать программу Raid Call и там зарегистрироваться. Сейчас я вам расскажу. Raid Call — такая программа типа Skype, в которой можно будет разговаривать. Но гораздо проще. Итак, проходите по ссылке в описании, попадаете вот на этот сайт. Скачать Raid Call. Жмете кнопочку «Загрузка» и жмете кнопочку «Скачать». Пока качается программа, вы можете зарегистрироваться здесь. Жмете «Регистрация». Все, что от вас требуется, написать, допустим, любое имя. Например, я пишу Александр, любой ник, ну вот. Да, логин уже недоступен, к сожалению. Ник пишем, допустим, такой. Хорошо. Ну, пароль пишите любой, повторяйте пароль. Ну и почтовый ящик, вы пишете здесь свою почту. Здесь вы выбираете пол, мужской или женский. И выбираете страну. Russian Federation. Ну, Россия, Russian Federation же. И все. Аккаунт не обязательно ничего здесь писать, если вы не знаете, что это такое. Здесь пишите проверочный код. Жмете подтверждение регистрации, галочку здесь. И жмете создать мой аккаунт. Все. Запоминаете свой пароль и свой ник, под которым вы регистрировались. Или же эту штуку запоминаете. И все. Это можно закрывать. Наша программа уже скачалась. Теперь мы можем ее установить. Переходим в папку «Загрузки», открываете этот значок, жмете «Запустить» и жмете «Ок». Как вы знаете, у меня есть сервера в Майнкрафте Mystical World, и там я иногда играю с подписчиками, и также болтаю в программе Raid Call с ними, то есть напрямую. Жмете «Далее», жмете «Соглашение», жмете «Далее», ну здесь жмете «Ок», все, на «С» нормально, она маленькая, много не займет, жмете «Далее», и жмете «Установить». Но я ее ставить не буду, потому что она у меня уже есть. На «Вы» жмете «Установить». Все, закрываем. Да, я отменяю установку. Теперь давайте мы откроем наш Raid Call. У меня он уже стоит просто. Открываем. Я уже зарегистрирован. Здесь вы пишете свой ник и свой пароль, который вы там регистрировались в Raid Call. Жмете «Запомнить», если хотите, и жмете «Войти». Ну и все. Здесь, чтобы со мной поговорить, вам нужно будет найти нашу группу. Чтобы найти группу, вы должны вот сюда ввести ID группы, или же ее номер по-другому называется еще, ID. Сюда. Как найти ID? ID моей группы Raid Call будет в описании под видео. Просто скопируйте ее и вводите вот сюда. Жмете Enter. Ну что ж, давайте войдем к нам в группу моей группы. Вот. Mystical World, ID вот внизу. Просто копируйте его и вводите вот сюда. Теперь мы можем здесь поговорить. Так, мне, кстати, слышно, кто это меня слышит? Кто-нибудь здесь? Господи, ты меня напугал. Ты кто? Я Фурен. А, Фурен, братан. Ну что ж, как видите, программа работает. Только что мы поболтали с одним из админов в моей группе ВКонтакте. Ой, ну на сервере тоже он админ у меня. Ну ладно. А я заканчиваю. Всем пока.